Добрый день, координатор Дарина, чем что пункты? Алло, здравствуйте. Добрый день. Это можно мне записаться к вам? Какой доктор вам нужен? Ну вот который, вот это вот, ну как он, я просто не совсем разбираюсь, у меня вот писюн, ну с писюном проблема. Еще раз, прошу прощения, уролог вам нужен? Ну, у меня половой орган, так называемый, по-вашему, писюн. Проблема с ним. Скажите, пожалуйста, гинеколог или уролог? Не-не, я мальчик. Меня уролог? Зовут. Да, наверное. Но у меня с писюном проблема. Писюн. Я вас поняла. Да. Я вас поняла. Уролог территориально где вас интересует? Ну, мне вот как интересует где? Ну, вот у вас тут рядышком. На вот... У нас клиники в каждом районе Киева. Вас территориально где интересует? На Сталинграда. Героев. Герои Сталинграда. Да. Ранее в Добробуте были? Я был там у вас, но только в другой там, наверное. Хотя нет, вроде не был. Но я вот хочу, мне вас сказали набрать. Дедушка завтра сказал. Есть прием. Да? А можно там писюн мне посмотреть? Конечно, это будет консультация доктора-уролога. Да, а побыстрее нельзя там, допустим, сегодня? 10:30. Может... Нет, сегодня. Сегодня нет приема на Оболоне. Да блин, просто мне писюн прикусила собака. Овчарка за писюн цапнула. У меня шкурка оторвалась. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Да? А, шкурка моя. Не покинь меня. О боже, как быть, когда шкурка оторвалась на моем писюне. У меня шкурка висит на залупе. Почему? Скажи мне, как во сне. У меня шкурка оторвалась. От писюна шкурка оторвалась. У меня шкурка оторвалась. От писюна она там осталась. О боже мой, что делать мне, когда моя шкурка висит мимо писюна. Оторвала шкурка, да, от моего писюна. Я хочу, чтоб моя шкурка вернулась на место. Она у меня оторвалась. У меня шкурка на писюне оторвалась. Что же делать? Я хочу, чтобы она там осталась. Моя шкурка на писюне. Она оторвалась, о, е. Моя шкурка оторвалась на писюне. О, е. Хочу, чтоб мою шкурку назад пришили. Шкурку на писюне, ой, шкурка моя. Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Моя шкурка на писюне, не покидай меня. Я хочу быть с тобой опять. Мне надо оторваться от писюна. Шкурка моя, моя шкурка на писюне. Не покинь меня, Богдана, не надо. Я хочу, чтоб ты была всегда со мной. Моя шкурка на писюне. О, боже мой, это не во сне. Шкурка моя не на писюне. Что же делать мне? Помогите, шкурка оторвалась у меня на писюне. Шкурка оторвалась не во сне. А наяву шкурка не на мне, не во мне. Она не со мною. О боже, что же делать мне, когда шкурка оторвалась? О боже, блядь. О боже, помогите, шкурка оторвалась. А! О, блядь. О боже, шкурка. О боже. О боже, шкурка. Спасибо. Да. Спасибо, что оставались на линии. На сегодня нет, к сожалению, приема уролога ни на одной из клиник. Я не знаю, может мне не уролог нужен, мне нужен писюнолог. Такого доктора нет в Добробуте. Есть доктор-уролог. Это тот доктор, который занимается проблемами с половыми органами. Ну, у меня писюн болит. Писька. Писюн. Я вас понимаю. Могу предложить только запись на завтра. А может, вам подходит мне... завтра или не подходит? Да, подходит. У меня писюн болит, понимаете? Я это поняла с первого раза. Скажите, да. Пожалуйста, на завтра вас записывать? Ага, да, запишите. У меня писюн болит. Так и напишите. Пожалуйста, он... фамилия, имя, отчество ваше? Чакыр Богдан Маняо. Чакыр Богдан Маняо. Может, тогда запишите гинеколога лучше? Там, может, все по, ну, получше. Не понял. Мне писюн, блин, болит. Доброго дня, Витам.
Доброго дня, Віта Медіка Олена, чи можу допомогти? Да, здравствуйте. Я не знаю, вот куда мне обращаться. Мне сказали, у вас вроде есть вот этот врач. Мне писюн откусила собака, ну, прикусила. Цапнула. Ну, это у... Так у вас травма? Не знаю, у меня просто сейчас собака дома, овчарка. Она мне за писюн прям укусила, вот, ну, болит писюн теперь. Писюн. Ну, да. К урологу на Зои Гайдай. Не, да я понял, может мне нужен не этот, я просто не знаю, как правильно доктор называется, писюнолог, ну, там да? будет доктор-хирург на приеме, но уролог. Ну, он писюны, ну, ремонтирует, писюнчики. Да. У меня просто шкурка вот эта, которая закрывает письку, порватая. Алло. Так, так. Вот эта шкурка... Да. Завтра на приеме будет лекарь-хирург, уролог, так? Не, мне лекарь этот не нужен, мне прям шкурку посмотреть надо. Мне на... Но это вы же телефонуете в клинику, у нас есть такие лекари. Ну, и... а не, мне врач нужен. Так это врач. А, ну тогда... Врач-хирург, уролог. А, ну да, но только чтобы он мне точно посмотрел, вы ему напишите там, потому что я мне стесняюсь. Я ему писать, вы завтра будете на приеме и будете ему показывать, как я ему напишу. Да я, блин, же я пишу. Он будет смотреть мне письку, да? Ну, а какая... Алло. Да, так. У меня писька просто, блин, у меня шкурка там, которая закрывает саму вот эту вот, ну, как она называется, головка, блин. У меня прям шкурку доктор, собака укусила. Доктор будет смотреть на приеме, я не доктор, только будет доктор смотреть и... А девочка будет или мальчик? Нет, мужчина будет. Ну хорошо, то я стесняюсь, у меня девочки еще не было, мне писюн не трогал никто. А сколько вам лет? 18 лет, мне только писюн начал, ну, созревать нормально. Ну большой уже. Консультация доктора, хирурга, уролога будет стоить 570 гривен. Да я понимаю, просто мне так, чтобы я не стеснялся, потому что писюн я никому еще не давал. Понимаете? Будет доктор на приеме. Шкурку мне посмотреть прям. Вот эта шкурка, она как чехол у меня, писюн накрывала. А мне собака будете записываться к да, доктору? Буду. Да, мне собака. Завтра на какое укусила. Время удобно? Первая половина дня? Да, мне первую, побыстрее, потому что писюн пекет, блин, прям. Ну. На 8:20 утра придете? Не, это рано, я еще спать буду. Я в доту играю. На какое время еще. Вам удобно? Но мне к обеду, к 12:00. Засрать, ну, письку. Записать, то есть. На 11 часов подойдет время? На 11 часов комврач, чтоб письку посмотрел. Запишите. На да? один... Скажите фамилию, имя, отчество. Богдан меня зовут. Фамилию, имя, отчество скажите, пожалуйста. Чакыр Богдан. Чакыр. Писюн болит. У меня сейчас письку трогаю, у меня прям дата, кровь. Дата рождения ваша? Да. У меня день дата рождения. 12.08. Так. Да. 2004. Писька болит. И контакт. Да. Алло. Писюн. Контакты, номер телефона, будь ласка. А почему у вас постоянно звук пропадает? Наверное, прерывается связь. Скажите, пожалуйста, ваш контактный номер телефона. Писюн, говорю, мне поремонтируйте. Вы можете сказать ваш контактный номер телефона? Да, могу, конечно. Вы сразу сказали. Скажите, пожалуйста. Угу. Плюс 380. Так. 95. Так. 228. Так. 14. Так. 88. Богдан. Писька болит. Так. Богдан, ждем вас 16 числа, это завтра. Завтра не надо меня ждать. Мне сегодня надо письку поремонтировать. Сегодня?
Да. Сегодня уже клиника, уже нет приема доктора, только на завтра на утро. Может, я к вам лично приеду домой, вы мне письку потроете, посмотрите, что там не так. Я не доктор. Ну, просто письку хоть потрогайте. Вы будете записываться на прием или нет? Да, буду записываться. Так запишите меня. На завтра, на 11 часов. Да, письку можно потрогать будет завтра? Вам доктор будет трогать. Только аккуратно, то у меня там что-то вылазит белое оттуда, брызгает. Да, мне не сильно ее трогать, а то там что-то, ну, жидкость какая-то белая. Звоните, когда будете решить записаться на прием. Я сейчас письку... Будь ласка, оцените работу співробітника. Це допоможе. Да что ж такое, а?